Всем здорова, пацаны, с вами Айон, мы продолжаем играть на сервере, смотрим номер 3, это такой у нас контентчик сегодня, интересненький. Короче, со мной сегодня Азот, Агрессив, Сосисон, Санек, Гаш, Ловер, Трэш и Эвен. И также Сосисон просил передать привет Денису Лаврову и Алексею Черпанову. Вот, а сегодня у нас гоночки на деньги, так что погнали. Итак, пацаны, у нас первая гонка, вообще гонка на 300 тысяч, а именно первое место 150 тысяч, второе место 100 тысяч и третье место 50 тысяч, а именно мы будем стартовать на баги, вот там баги стоят за стеночкой, а на баги, вот привет, всем привет, короче, будем отсюда стартовать к автосалону мерседесов, вот, и кто приедет первый, получит 152, 100, 3, 50. Все идите сюда в кучку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. А где двое? Где двое и еще? Итак. Кто первый приедет, получит 150-ка. Второй стока, третий 50. На счет 3 бежим, прыгаем и едем. Все ясно? Все ясно. Раз. Два. Три. Все, пацаны, побежали. Вот, кто прыжки в Интане работают лучше. И давайте я первую тачку уберу. И вот я красиво здесь все заспанил. Погнали. Сразу, смотрите, мы самые быстрые. Вот, пацаны, а как мне... Ай, уехал. Пацаны, что по гонкам GTA 5, а? Так, поехали. Канава. Мне надо первым приехать, чтобы увидеть, кто первый. Смотрите, эти комары просто. Просто комары. Я больше не знаю, как это рассказать. Кто будет просто слева или справа проезжать, вообще напротив нас, будет фиговать такие тачки, ездить в МТА. Это сам, никто бы не удивился в МТА, это странно. Не, смотрите, здесь какой-то V8 стоит сзади. Баги. Настоящая. Спереди красный маркер. Вот. Может, еще там кто-то впереди есть. Вот, пацаны, врезались. А нет, там еще красный впереди. Вот. Здесь хорошо, можно круиз нажимать. Так, интересно, кто-то на штрафах будет тормозить? Мне кажется, никто не будет тормозить, потому что лучше 150 тысяч заработать и платить штраф за 7,5. Это уже так сделаю. А нет, 500 рублей за штраф. А, ну что я говорю? Вот. Дашь катнуть? Да, пацаны, конечно. Именно у нас гонка, они спрашивают, дашь катнуть? Куплю именные номера. Чё за меня в 90 сзади преследует? Главное, чтобы не подрезала. Пацаны, Порш. Панамера, ну блин, ну... Вот зачем ездить по встречке, пацаны? Скажите просто. Ездите по своей полосе. Фух, блин, Панамера мне все спорил. Как я вообще посмотрю, кто первый приехал? Вот это я не продумал вообще. Так. Давайте. Газу. Я надеялся, блин, я первый приеду, но... Так, пацаны, где там уже едут? Они уже посередине моста едут. Лол. Посмотрите, где они едут. Вот они уже. Доезжают к штрафам. Ой. А теперь... Только посмотрим, кто лучше маршрут выберет. Или кто-то уже врежется там в столбы, потому что даст там узкие улицы. А, блин, вот это Панамера вообще не. Кстати. 500 рублей. Еще один, третий. Давай еще и 60 сзади меня подрежет. Будет вообще топчик. Не, пацаны, кто в прайме подъехал, это... Ну куда вы по встречке едете? Я знаю, что я иногда там тоже езжу, но лучше не надо. Так.
А здесь вот такой вот лучший маршрут проехать, я посчитал. Так. Сказал Эван сам ездить по встречке. Ну ладно. Нет, я вот, видите, заехал на свою полосу. Может, кто-то еще не знает хорошо этот город. Вот. Так, давайте зажмем круиз и посмотрим, кто первый подъезжает. Первый подъезжает зеленый, а потом красный маркер. Так. Ну, еще врезался. Да? Да, зеленый. Зеленый, красный, розовый. Все, зеленый, красный, розовый маркер. Да, азот первый. Красный агрессив, да. А розовый санек. Все. Фух. Да, все вы видели, короче. Блин. Блин, у меня Панамера улетела. Со всей скорости. Обидно. Пацаны поехали в круговую, вот красный поехал. Так, я первый, я второй. Так, давайте уже все приедут, потому что раз, два, три, четыре, пять тачек. Сейчас вон еще красный, вот. А, кто-то на Порше, ну ладно. Откуда эти баги? Секрет. Так, давайте посадим их в кабан и поехали к банкомату. Садитесь. Итак, пацаны, мы приехали вот на ИКХ ЛС к банкомату, вот. Сейчас будем давать денежки. Так как первый приехал Азот, мы ему перечисляем 150 тысяч. Азот 150 тысяч. Раз перечислили. Так, следующий. Главное, чтобы не 1,5 миллиона. Так, дальше идет у нас агрессив. Агрессив. Мы ему перечисляем 100 тысяч, потому что он был красный маркер. Вот, перечислили. А третий маркер будет Санек. Хэштег Санек, да? Потому что здесь вообще нету уже Саня. Санек, да. И ему перечисляем 50 тысяч. Все. Все. Ждите видос. Этот видос, наверное, выйдет в конце следующей недели, где-то в 20-х чистых апреля. Потому что я вообще наперед все записываю. Так, а что он по номерам? Ух ты! Норм номера. Толян мне написал. Короче, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Возможно, вам понравилось данный видос. Заканчиваю. Ищите меня на сервере, катайтесь вместе с вами. Иногда я даже даю денежки, иногда даю руль, своим тачки показываю, даю покататься. Я просто общаюсь с игроками, с подписчиками. Я не так, как другие ютуберы, типа, вы никто, я со всеми общаюсь, люблю поездить, поугарать. Ну вот и МПшки устраиваю, пацаны просто ездили. Он тебе подгон. В смысле? А, трэш 100 тысяч. Изи окупился просто на видос. Спасибо, видос. Короче, ездите, ищите меня. Чё, он еще 100 тысяч пошел отдавать? Сейчас агрессив перечислит. Вы чё, издеваетесь? Трэш дай мне тоже, ну ладно. Короче, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, ищите меня, агрессив. А, вот, 1 рубль. Блин, надо снять 1 рубль, потому что я не люблю круглую сумму. С 1 ив, сейчас бы 1 ив снимать. Блин, хуракан хочу. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами был Эван и куча подписчиков. Всем удачи, пацаны. Всем пока.